пару слов сказать о солнышке Демпси, или, как говорят, это Демпси Ролл. Такой прием, который тоже которым пользовался знаменитый боксер. Значит, этот прием, все находят в нем какой-то сакральный смысл и делают разные свои вариации, куда входят какие-то невероятные телодвижения, которые сложны для понимания и тем более сложны для изучения. Все было очень просто. Демпси Ролл, солнышко Демпси, это всего-навсего серия боковых ударов. Причем ударов размашистых. И условно, вся эта техника атакующая предваряла защитные действия корпуса мастера. Делал он это каким образом? Ну, говорят, что он выписывал головой во время защиты какую-то такую вот сложную восьмерку, прежде чем начать, кстати, вот продолжая вход этого движения бить. Ну, восьмерка не восьмерка, но это обычно защита корпуса. Это комбинированная защита, куда входят и нырки, и наклоны корпуса, и уклоны. То есть можно совершенно замечательно, находясь на удобной ударной дистанции, защищаться влево-вправо, на таком покачивании найти удобное положение и начать бить от положения. Как это делал сам Демпси? Он делал это... мы как-то об этом говорили, что положение кулака было у него при боковых ударах горизонтальное. И он бил, очень напоминая плавание стилем кроль. Как вот плавают люди по морю. Вот так вот это и напоминало. То есть начинал с защиты и находил удачное положение, начинались удары сбоку. Слева направо, слева направо, слева направо, слева направо. И в такой серийности он был очень успешен. Собственно, вот в этом и заключается все солнышко Демпси. Не более того. Спасибо.